конкурс «Дети читают стихи». Штенбок Максим, 7 лет. Елочка Валентина Михайловна Артамонова. На пушистых мягких лапах елка к нам приходит в дом. Чуть смолистый, терпкий запах с детства каждому знаком. Встанет скромно в уголочке, да с подарками ребят, ярких лампочек, цепочек замигают, заблестят. И стоим вокруг толпою, скрыв волнение свое, забывая, что такое сами сделали ее.